Приветствую вас. Расставание всегда является травмой. И, в общем-то, то, что вы тяжело переживали разрыв, это нормально. Другой вопрос, из чего состоит тяжесть переживания разрыва. Вот в чем именно вам тяжело было. Вот, почему вам тяжело переживать разрыв. И вот вы говорите про, ну, про депрессию, да, вы говорите, что у меня депрессия. Ну, собственно, вопрос здесь заключается в том, есть ли заключение врача, что у вас депрессия, потому что если заключения врача нет, вот, то у вас не депрессия. Если заключения врача нет, то вы, у вас просто такой вот, ну, депрессивное состояние, вот, и все, просто депрессивное состояние, которое ни в коем случае не, ну, ни в коем случае не является депрессией, да, депрессия это достаточно серьезное заболевание, вот, которое, диагностирует и лечит врач, психотерапевт, вот. Так что не очень понятно, значит, что вы имеете в виду. Говорят, что вы были в депрессии. Вот. Дальше. Депрессия. Сразу, да, быстро, депрессия не проходит, она проходит постепенно, вот, и если у вас месяц назад что-то прошло, да, то совершенно, на мой взгляд, очевидно, что это была не депрессия. Вот. Ну, это было такое депрессивное состояние, вот, но не депрессия. А то, что вы описываете, вот, ваше безразличие, это реакция на вот эту вот историю, реакция на этот момент, вот, который вы описываете. И это определенное разочарование. То есть, последствия травм. Но вместе с тем, вот, не знаю, к счастью или к сожалению, вместе с тем можно говорить о том, что вы не были в полной мере
как вы говорите, добрый, отзывчивый и прочее. Вероятно, вы делали это для того, чтобы что-то для себя получить. И не получив этого, вы разочаровались. То есть вы высказываете такую вот личную потребность в том, чтобы быть, ну, чтобы одобрять. Вот. Чтобы высказывать личную потребность в том, чтобы что-то делать для людей. То есть делать что-то вы делаете не для людей, да, а для себя. Вот, ну это, конечно же, в какой-то степени делает вас уязвимым. Я бы даже сказал, что вне всякого сомнения это делает вас уязвимым. Вот. И как долго вы будете ходить такая, конечно, неизвестно. Но если вы не займетесь проработкой травмы, которую получили в результате расставания с молодым человеком, то вполне вероятно, что будет выходить такое еще очень долго. Потому что само по себе вряд ли что-то изменится. Вот. Поэтому здесь я могу сказать вам только так. Вот. Такой ответ. Почему вам столь тяжело переживать расставание и почему вы так остро чувствуете влияние на себя подобного происшествия, да, потому что вы приняли расставание на свой счет. И, вероятно, вы делали в отношениях что-то, чего вам делать совсем не хотелось. Вот. Ну, это бывало довольно часто, к сожалению. Вот, к сожалению, довольно часто бывает. Такая история.
Вот. Ну, и... Соответственно... Нужно помочь вам с этой ситуацией разобраться. Сами вы, как мне кажется, сделать это не сможете. Вот. При всем желании. Вот как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.